истории нашей Родины. Понимаете, дело в том, что то, что существует сейчас, вот, современное представление, оно наполнено уже, наверное, полнейшей ложью. Ложью и так далее, и так далее. Вопрос, почему? Почему именно в России навязывается то, что мы с вами, наши предки с вами были примитивны, ничего не умели, ничего сами не делали. Все только благодаря просветленному Западу. А на самом деле это не совсем так, точнее совершенно не так. Потому что многие из вас слышали, до сих пор шпунктуют нормандскую теорию, варяжское правление. И помню, что вот типа просвещенные викинги, почему-то викинги, варяги, стали викингами, хотя викинги, варяги, это не совсем одно и то же. Вот пришли из Швеции и бедным примитивным славянам на Киевском пиру, Киевской Руси сделали владельцами, принесли им государство. Это конец 9 века по современному исчислению. Да? Давайте не будем даже, понимаете, что там, не нужно даже уходить какие-то новые информации дополнительные. Давайте посмотрим, что же современная история в мире, и то, что в Советском Союзе, в России, говорит о государственности Скандинавии. В 9 веке на территории Скандинавии не было ни одного государства вообще. Забавно? Не было. Не было никакой государственной организации. Ничего не было. Там были только, так сказать, своеобразные банды ярлов, которые на законе силы, никакого закона никакого не было, которые занимались грабежом, потому что земля там бедная, особо ничего не прокормит. Кроме там охоты и так далее. Вот они, закон силы, когда ярл или князь, по-нашему князь, главарь банды, сидел на своем земле, периодически выходил в походы на морских суднах и грабил. Это государственность? Оказывается, знаете что? Первая государственность в скандинавских странах появляется в 12-13 веке. Забавно? Ну, извините, каким же образом они принести тупым славянам государственность, если у них в то время своей государства не было? Но самое смешное, что в то время те же самые скандинавы говорили на русском языке. Это доказано мной, я за языками не занимаюсь. Забавно, неплохо. Не только скандинавы говорили, там были диалекты, но знали русский язык. Во всей Европе говорили. Почитайте письма даже той самой княжны Анны, это дочери Слава Мудрого, которую отдали замуж за Франциска I, французский король, в 12 веке начала. В этих письмах она пишет, что Париж – это большая деревня. Для нее была поездка в Париж, чтобы носить на ссылку какую-то глухомань. Ну, на Камчатку, например, если наше понятие сейчас взять. Вот для нее Париж был Камчатка. В этих письмах она все это пишет. Она пишет письма. Дело в том, что до 17 века большинство аристократов, той же самой Франции и Англии, были безграмотны, писать не могли. Зато очень культурно просвещенная Европа. Да? Почему вот такое? Почему забывать, что, извините, даже то, что сейчас большинству людей известно, что в Новгороде находились берестяные грамоты, не сохранились. 9-10 век, берестяные грамоты, где жители деревень, там, Веси, писали письма друг другу, вели учет плодов зерна, там сколько смолота, сколько продано, там и так далее. Математика, арифметика была простейшая. Это глухие деревня. А в Европе в то время знать не могло читать и писать. Это мы примитивны. Да? Вопрос, кому нужно, чтобы вот такая ситуация была? Кому? Только социальным паразитам. Потому что в принципе, несколько причин тому, что происходит сейчас, потому что сейчас только уже 300 лет основательно, а 1000 лет тоже основательно вместе. Последние 300 лет стоит последних особенно стараться уничтожить всю информацию о том, что наши с вами предки, как раз-то и были той цивилизацией,
которые создали цивилизацию, так называемую древнюю Грецию, которой никогда не было, в принципе, древних греков никогда не было. Подумайте, как кто-то был в Греции, поднимите руку. Были. Как, какие греки? Высокие, блондины, голубоглазые, да? Много видели там? Нет, а почему? Ведь... А почему? Ведь посмотрите, все, так сказать, на всех тех артефактах сохранились, как бы древней Греции, там типичный европейский тип лица, то есть белый рас. Без всякой примеси черный. То есть греки относятся к так называемой среднезаморской серой подрасе. То есть в результате смешения белой и серой расы, черной расы. Смесь черными и белыми расами. Вот они относятся к этой подрасе. Специально выделяется среднеземноморская подраса. Вопрос. Когда же эта подраса возникла, если всего турки, которые не были черной расы, завоевали Византию, ну, по сравнению с историей, то каком? В 1535 году, да? Вот представьте себе. Они завоевали, но турки не были из Африки, не были африканцами. Они были в любом случае частично арабами, частично белыми племенами, тоже смесь белых и арабских племен, которые сами собой смесь. Но, во-первых, турки даже когда завоевали Византию, они особо там не смешивались. Но опять-таки за вот такой срок, там, вот, за 5 веков, ну, не могли греки превратиться из высоких блондинов, голубоглазых, с идеальными, как говорится, профилем европейским, да, белый рас, превратиться, как мы сегодня, в типичный грек. Ну, не могли. Невозможно такое. За 500 лет в Америке смешение шло между черной и белой расой. Ну, не возникло такого. Ну, почему-то не возникло. Почему же за 500 лет здесь произошло? Там, и вот я специально разобрал диалоги Платона, и там четко говорится, что так называемые эллины имели предки пеласков. Слышите, да? А пеласки это славяне. Потому что долгое время назад, когда славяно-арийцы, очень давно, все расы были резко разделены. Белая раса была, имела единый язык, одна культура там была несколько различий, но все равно была единая культура, единый язык, обычаи, традиции и все остальное. Но после того, как возникли смешения рас, и далее пошли новые образования национальности, и далее стали разделяться. Но когда-то вся белая раса писала одно единое монолитное целое. И вот то, что именно так, то, что когда-то империя Славянария включала и Англию, которую называли наши Лавянные острова, между прочим, они как называются, и так далее, всем известно. Думаете, на Западе неизвестно было, и сейчас известно. Просто очень многим не хочется, чтобы признать тот факт, что действительно вот, культура, цивилизация пришла от белой расы. Кому не хочется? Социальным паразитам, которые, к сожалению, захватили власть в мире. Пускай они не столь явно правильно, но, извините, кукольный театр все ходили, все видели, да? Ну, вы знаете, что куклы видятся на сцене, они выполняют свою роль. Так кто важнее, куклы, которые мы видим, или те, кто делает заметочки? Я думаю, те, кто делает заметочки, правильно? Так вот, если они сами не стоят на сцене, это не значит, что они не управляют процессом. А в некоторых случаях сами стоят на сцене. Вы понимаете, и ну, я понимаю, что было бы Бог с ними, если бы это привело к процветанию человечества, да? Неважно, кто там дергал, главное, что польза была, да? А какая же польза была? Что мы видим сейчас? Планета почти уничтожена, экология почти уничтожена. Люди, действительно, если так же продолжать будут, как они все делают, как я говорю, в Китае, не только в Китае, в других странах уничтожают. Почти в каждой стране уничтожено колоссальное количество земель, которые используются под производство продуктов питания и так далее, Если так продолжается, то ничего. Это называется хороший дерг из-за ниточки. Я думаю, это не столь хороший пример дерганья за ниточки, когда входит. Потому что социальные паразиты, они не могут ничего хорошего сделать.
Вот мало кто знает, что ну, все знают, что такое рак. Да? А вы знаете, что рак убивает, что убивает не сама опухоль, а ее последствия. А почему? Я просто там маленькую картинку, чтобы было понятно. Потому что рак опухоль, рак клетки, кстати, появляется у каждого из нас с вами в течение жизни. Но если только несколько клеточек, наш организм умеренно уничтожает их, не позволяет им начинать делиться, не контролировать. Но если по тем или иным причинам это произошло, опухоль начинает развиваться, то есть делиться непропорционально, выполнять, небесные клетки получать и так далее. И опухоль начинает расти. И оттягивает на себя потенциал, который наш организм вырабатывает для жизненного обеспечения. Например, если взять 100% все жизненное обеспечение, и раковая опухоль начинает оттягивать на себя 10% жизненного обеспечения, не выполняя никакой функции в организме. Потому что она растет сам по себе. Получается следующее. Она начинает тянуть больше, потом 20, 30, 40, 50, 60. Все больше и больше рак опухоль отбирает на себя. И все меньше и меньше остается на обеспечение всего остального организма. И получается следующее. Что наш организм кормит рак опухоль, который для него не имеет ничего, не дает. И должен еще на то, что осталось, обеспечить свой функционирование. И когда каждый орган начинает получать недостаточно потенциала для того, чтобы функционировать нормально, он начинает очень быстро разрушаться. И тем более, тем самым позволяя раковой опухоли все больше и больше активнее расти. И получается следующее. Раковая опухоль убивает своего носителя и погибает сам, потому что опухоль после этого погибает тоже. Вот это паразит, да, наш с вами, который может человек смотреть. Так вот, социальные паразиты, они такие же. Они не действуют по-другому. Они вот как вот раковая опухоль действуют, пожирают все остальное, уничтожают самое лучшее. Я приводил в своей книге, кто читал в статьях, выдержки из Ветхого Завета, допустим, из Торы, где говорилось, уничтожайте сильных людей из всего народа, уничтожайте сильных людей из всего народа. То есть, что такое сильные люди? Сильные люди, если перевести на современный язык, биологи ввели понятие альфа-генетика. То есть это люди, имеющие активную, мощную генетику, которая формирует, допустим, у человечества направленность развития всего нации, народа, каждого народа, нации есть свои населения. Это активность, так далее, так далее, так далее. И вот задача была уничтожать. Почему? Почему социальный паразит уничтожает населения генетики? А это единственное те, кто ему будет противостоять. Они срезают голову, а потом ставят вместо этого свою голову, раковую, и начинают манипулировать. А если новые сильные не появляются, нужно периодически ходить травокосилкой, скажем так, и срезать всех, кто не устраивает. А для этого, еще чтобы люди спокойно приносили это все идо, такое называемое, самое настоящее, им нужно было вбить в голову, унизить людей, чтобы они чувствовали себя приниженными и так далее. Что вот вы такие никуда не годящие, что вы, так сказать, жители этой страны вообще никуда не годите, сами ничего сделать не можете. Вот это. Но самое забавное, я вам приведу один пример. Недавно мой друг Дмитрий Байден, он занимается моим сайтом, так вот, они сейчас находятся, живут в Испании. Что они услышали, сообщили там? Знаете, что сообщили? Испания – это нация гений. По телевизору сообщили. Ну, я рад за них, конечно. Очень рад. Но знаете, на чем они сделали вывод? Скажу. А вот испанцы придумали карамельку круглую на палочке. Это одно гениальное достижение. Ну, не знаю, у нас карамельки были, извините, помню еще, пишут, что еще у царя коровка это делает. Да? Только не в виде кружочков, а в виде там, петушков там, и тому подобное, да? Леденцы были. Ну, хорошо, придумал клубную на палочку, тоже хорошо. Второе великое достижение, знаете что? Они придумали эти швабры. Палка, на ней веревка, которая пучком висят. Вот это второе великое изобретение испанцев. На основании чего испанцы заявили, что
что мы нации гении. Интересный подход. А мне мой друг недавно сообщил, что недавно совсем, что наши русские мужики на кухне придумали технологию получения алмазного покрытия пленки при температуре 250 градусов Цельсия и так далее. То есть кухонных условий, домашних условий. То, что невозможно, существует технологии многомиллиардные, чтобы такое получить. Они делают, получили на кухне себе. Неплохо. Но почему-то никто не кричит, что Россия, нация, Кения. Это же не только один пример такого, да? Самое странное, смотрите, они кричат на весь мир, что они нация гениев, да ради бога, я согласен, придумали, это замечательно, кто-то что придумал, это хорошо. Но почему-то в России никто даже не говорит об этом, что то, что делается русскими людьми, открытие и так далее, которое сделали, что было принесено человечеству из России, никто же не знает. Наоборот, все говорят, что русские тупые, русские милые и так далее, и так далее. Знаете, мне такое странно кажется. А почему такой подход именно к России, к русскому и другим коренным народам, которые живут в России? Почему во всех других нациях мира, извините, придумывают легенды в Англии, но услышали легенду короля Артура, да? Но, извините, если вы начнете сомневаться в том, что король Артур был в Англии, да? Вам, извините говоря, морду набьют за то, что вы сомневаетесь. Скажет так, национальный герой, это легенды и тому подобное, и тому подобное. Да, он там был, только к Англии никакого отношения не имеет. Понимаете, опять-таки. Потому что, во-первых, король Артур, даже впервые я это увидел, конечно, попалась мне такая информация. Ну, спасибо за это. Фоменко Носовский, книжку, может, видели книжку? Попалась мне книжка, я обрадовался, наконец-таки появилась книга, где кто-то печатает первоисточники, а не свою интерпретацию, интерпретацию. Но, к сожалению, моя радость по поводу Фоменко Носовского была не очень долгой, потому что, обнаружив действительно фальсификацию истории, которая действительно существует, они сделали весьма странный вывод. Вместо того, чтобы... Да, мы видим, что более тысячи лет, особенно последние тысячи лет, просто заменена ошибка. Но это обнаружено. Но вывод сделал следующее, что не потому, что истории древней не было, а потому, что это просто взяли, растянули, что только можно, чтобы сделать как можно древнее цивилизацию. Это не сделано древнее, потому что цивилизация земной, по крайней мере, это то, что существует колония на Земле 600 тысяч лет минимум. Так что растянуть на 2000 лет, они это не сделали, расширение. Просто досадно, что вот подсовывается опять-таки, если раньше фальшивку на голову делали, понимаете? То есть просто вешали лапшу на уши, говорится, и не стыдились этого, и не стеснялись, и так далее, то сейчас делают уже по-другому. То есть дают информацию, но таким уже соусом полуправду положим. Есть понятие, что самая лучшая ложь. Вот неполная правда. Так вот, показывая реальный, так сказать, какой-то артефакт, фотографию и так далее, нужно, по крайней мере, продолжить. А, к сожалению, продолжение весьма интересно. Продолжение показывает, что нет, все это не так, все это не так, все это ложь, да, правильно. Но что предлагается мне служить? А, это было всего-навсего. Очень короткая история человека, что человек вообще чуть не 500 лет слез с деревьев. Но дело в том, что человек никогда на дерево не залазил. По крайней мере, на нашей планете. Дело в том, что до сих пор не каждый программ смотришь. Вот человек, типа вот ученые доказали, что человек прошел из Африки. Ну, не происходил человек из Африки. По многим причинам. Потому что продолжать навязывать ложь, потому что факт такой, что всем известно, что неандерталец, слышали, да? А вы знаете, что нашли в льдах Альп, нашли в леднике множество тел неандертальцев. Исследовали генетику, сопоставили с современным человеком. И что же вывод говорит? Что неандерталец и современный человек совершенно несовместимы. А если они несовместимы, то получается, что они не могли быть предками нашими. А вопрос, а кто другой был? А другие тем более несовместимы.
Потому что они выглядели, черт знает когда, когда не может быть через, допустим, миллион лет появиться потом каких-то миллион лет назад, или 10 миллионов, 5 миллионов лет. Понимаете? Но об этом опять-таки молчать не говорят. Почему? Потому что невыгодно признать, нет, потому что нужно бы сказать всю правду. А правду говорить не хотят.